29 марта 2018 года, 14 часов. Другие, биатлон. 4 казахстанских спортсмена дисквалифицированы за использование допинга. На 4 года за положительные тесты в 2018 году дисквалифицированы 33-летний лыжник Ердос Ахмадиев Мельдони, 23-летняя гребчиха Софья Емельянова Арал Туринабол, 22-летняя тяжелоатлетка Гульнас Шамиева Сибутрамин и тестостерон. Ахмадиев был знаменосцем сборной Казахстана на Олимпиаде 2014 в Сочи. 27-летняя биатлонистка Анна Кистанова сдала положительный тест на мочегонный препарат на чемпионате Казахстана по лыжероллерам в сентябре 2017 года и дисквалифицирована на 2 года, сообщает Вести.кз. Источник Вести.кз. Сообщить об ошибке комментарии 0 29 марта 2018 года.